Задача про стрелка. Стрелок 4 раза стреляет по мишеням. Сразу пишем 4 действия. Первое, второе, третье, четвертое. 4 действия. Он 4 раза стреляет, 4 действия. Вероятность попадания 0,9. Значит, промах 0,1 соответственно. Да, потому что вероятность в сумме равна 1. Найдите вероятность того, что стрелок попал в мишень 3 раза и 1 промахнулся. Итак, попал, 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 3 раза попал и последний раз промахнулся. Получается, вероятность того, что он попал 0,9, 0,9, 0,9 и того, что он промахнулся 0,1. Что мы делаем? Мы все это умножаем. Сейчас найду мой мозг. Так, 9 на 9 на 9 – 729. И 4 знака отделяем запятой. Вот такой ответ будет. Итак, 4 действия. Потому что 4 раза стреляет по мишеням. Если вероятность попадания 0,9, то вероятность промаха 0,1. Обращаем на это пристальное внимание.